И мы с вами находимся в конце уже 6-го тысячелетия человеческой истории. Обратите внимание, что наш календарь, он отсчитывает общечеловеческую историю от Адама. Не от выхода из Египта, не от Авраама, не от восстановления строительства храма, ничего подобного. Сначала осмысленной человеческой истории. И я обращаю ваше внимание, что уже в прошлой главе Яаков умер. Но обратите внимание, что не написано, что он умер. Если у вас перед глазами текст, то вы увидите, что Яаков не умер. Яаков не умер. Что написано в тексте? 33-й пасук. Да? И закончил Яаков приказывать сыновьям своим, и собрал ноги свои на кровать, и вытянулся, и приобщился к народу своему. Обратите внимание, написано «Виямат». Нет. Яаков не имеет, он просто лег на кровать в Игва. То есть как бы человек, как человек, который идет спать. Это временно. Так же и про Авраама, и про Ицхака написано. Иными словами, есть здесь намек определенный, что Яаков, он не закончился. Почему он не закончился? Да потому что сыновья его, сыны Израиля, продолжают. И все существование народа Израиля – это продолжение существования Яакова. Мы называемся народом Израиля. И кто это Израиль? Яаков. Поэтому как мы живы, так и он жив, ам Исраэль хай. После этого можно описать его похороны. 50 глава. «И упал Йосеф на лицо отца своего, и плакал на нем, и целовал его». Посмотрите, как Йосеф, у него, конечно, особое отношение к отцу, он был любимым его сыном. И что он делает с Яаковом? Вот этого мы с вами, конечно, может быть, не ожидали, но Яаков-то ожидал. И приказал Йосеф рабам своим, врачам, забальзамировать отца своего. И забальзамировали врачи Израиля. Вы понимаете, что здесь произошло? Если вы... А можно спросить? Да. Ты видишь, к чему это приводит? Вся история с Египтом привела именно потому, что Яаков выделил сына. Поэтому Гмара говорит, никогда не выделяйте своих детей. Из-за одной рубашки, которую сделал Яаков Йосефу, весь народ Израиля оказался в Египте. Понятно, что есть и более глубокие причины того, что мы были в Египте, но с точки зрения непосредственно, да. То есть, да и вся вражда между братьями была основана на этом. Поэтому действительно отец не должен выделять детей. Вполне возможно, что он кого-то любит больше или меньше. Люди... Но показывать нельзя. Это самая страшная вещь. Потому что дети этого никогда не забудут. И всегда будут жить с этим комплексом неполноценности. Они все равно будут жить с этим комплексом. Да? Например, было время, когда мой старший сын говорил: вы меня во всем обвиняете, я всегда у вас самый плохой. Потом дочка, а потом младший говорит: всегда у вас старший самый лучший, вы его больше всего любите. И так, и все время эти провокационные вопросы. А кого ты любишь больше всего? Я в детстве, когда у меня родился младший брат. Это вообще трагедия. Я увидел, что с ним постоянно нянчится, рядом с ним. Конечно. И все, он у меня в детстве такой, 10. Конечно. Но это просто страшно, когда ты вдруг был один и первый, и единственный. Вдруг бас. Это причина, по которой Каин убил Эвеля. Я был тоже счастлив, но как бы 10 лет, и когда над ним постоянно нянчатся, я подумал, что как бы меня перестали. Не-не, это вещи очень болезненные, поэтому здесь надо быть очень осторожным. И теперь давайте посмотрим,
как его хранить. Во-первых, забальзамировали. То есть он, Йосеф, поступает с ним по правилам египетской номенклатуры. Вы понимаете? А? Для чего они фараонов бальзамировали? Чтобы оставить их навечно. Если человека просто так хоронят, то через год от него остаются одни кости, а потом их часто не остается. Рега, ты спрашиваешь с точки зрения египтян или с точки зрения кого? Бальзамировали египтяне, у них такой был обычай, минхаг. Почему они это сделали? Потому что хотели оставить тело человека нетронутым для загробного мира. Это вопрос к египтянам ты задаешь? Они забальзамировали. Ты можешь спросить, почему Йосеф так приказал? Ты к Йосефу... Кому вопрос твой обращен? Я не приказывал бальзамировать Яакова. Лё, во-первых, я пытаюсь понять. Знать это, знаешь, спросишь Йосефа. Я пытаюсь понять, у меня есть предположение. Но давайте сначала прочтем несколько фраз, чтобы увидеть, для чего бальзамировали. Смотрите, здесь написано. Если бы терпение у нас было, мы бы многое узнали из текста. И исполнились ему 40 дней. Почему? Потому что так исполнятся дни забальзамированных. И оплакали египтяне 70 дней. То есть, есть два этапа. 40 дней его обрабатывают, бальзамируют, а потом 70 дней оплакивают. А что делают дальше? Кладут специальный саркофаг, специальный такой ящик. Даже не могу назвать его гробом, потому что это слово «гроб» какое-то вызывает ассоциации с мастером Безенчуком. А здесь саркофаг шикарный, египетский, наверное, из золота, уж не знаю из чего. И оставляют его там навечно. В таком виде он оставался навечно. А почему сыновей не оплакивают? Совланут. Прежде всего мы видим, что Йосеф устраивает ему похороны по каким разрядам? То есть, как фараона его хоронят. Рядового египтянина, поверь мне, не бальзамируют, не оплакивают, кроме его семьи. Похоронили и все в маленькой своей пирамидке. Спи, никому не мешай. А товарищ фараон, да, то есть Йосеф оказывает Яакову с его точки зрения фараоновские почести. По первому разряду его хоронят. Другое дело, что вряд ли Яаков был бы доволен этим, но у него уже никто не спрашивал. Кстати говоря, это мера за меру. Как он забальзамировал Яакова, так потом забальзамировали самого Йосефа. В любом случае, это здесь почет, это не... Йосеф хочет дать своему отцу максимальный кавод. По египетским меркам, это для них было как вот похорон на Кремлевской площади у Кремлевской стены. Все, конечно. Обрати внимание, что они сохраняли тело на тысячелетия. Это удивительно. Если бы ученые не залезли со своими... А, кстати, интересно, что не помню, сколько лет назад Рамсеса то ли второго, то ли третьего отвозили во Францию в больницу, чтобы остановить его разложение. То есть его мумия начала разлагаться, там какое-то прошло воспаление или что. Привезли его в Париж, подлечили и отправили обратно. В натуре. Говорят, что в Париже, когда самолет приземлился, там был почетный караул и почести, как и главе государства. Рамсесу. То есть, обратите внимание, насколько это серьезно. На вечно фактически они оставляли нетронутым тело человека. Например, нашли в этих пирамидах зерна,
Они же туда и продукты клали, ему же понадобятся продукты в загробной жизни. Эти зерна египетские положили в землю, и они проросли и дали пшеницу. Кошек бальзамировали. Выпустили, побежали. Говорят, такая, я ее не видел, но говорят, кошка натурально. Если бы ее развязали, она бы сказала, наверное, мяу. Вы понимаете, кошка 4000 лет назад, ее обработали, и вот она, как живая. Ее творит чудеса. То есть, это за цивилизация такая? Главное в Египте, чтобы все шло по плану, и никогда ничего не менялось. И главное, это после смерти. В загробный мир нужно идти подготовленным, со всеми атрибутами. Поэтому, понятно, что Юсеф по египетским меркам дал своему отцу максимальные почести. Повторяю, это может быть не понравилось бы Яакову, но с точки зрения Юсефа это максимальное уважение, это не пренебрежение. Понимаете? И прошли дни, плача по нему, и сказал Юсеф, и говорил Юсеф дому Паро, сказав, если, пожалуйста, нашел я милость в глазах ваших, говорите, пожалуйста, в уши Паро, сказав. То есть он выполняет клятву, данную отцу. Отец мой заклял меня, сказав, вот я умираю в могиле моей, которую вырыл я себе в стране Кнаан, там похорони меня, а сейчас поднимусь, пожалуйста, и похороню отца моего и вернусь. Обратите внимание, что он называет пещеру Махпила могилой, которую я вырыл для себя. То есть Яаков относится к этому месту, как будто бы он его подготовил. То есть, а там для него забронировано место. Может, он там что-то сделал? Может быть. Но обратите внимание, как все герои Танаха один, как все и все как один, хотят одного – быть похороненными рядом со своими отцами. Это просто идея фикс всех героев. Что-то они такое понимают, что, видимо, мы не понимаем. А? Может, он, для него она уже изначально была его, то есть он другого варианта... Да, разумеется, разумеется. Потому что там он похоронил Лею уже. Лею он похоронил, и, понятно, он видел себя, Авраам, Ицхак, дедушка и отец там. Понятно, он хочет быть там, другого... Это же семейное могильное владение. А где будет Зильпа, он где похоронен? Кто? Не знаю. Исчезают из рассказа без всякого упоминания. Похоронили. Они не важны. Не Бильга, а Билга. И не Зильпа, и не Зильпа, а Зильпа. Потому что это имя не еврейское. Да, вот такие вещи. Посмотрите, как изменяется тон фараона. Раньше он был лучшим другом Юсефа, а сейчас он с ним даже не разговаривает. Вы обратили внимание? Вот вы не обратили внимание. У вас есть более важные дела. Вы обратили внимание на изменение отношений между Юсефом и Паро? Как они охладились в последние годы? Где мы видим, что они охладились? Совершенно верно. То есть у него нет уже даже своего... Нет непосредственной связи с Паро, он с ним не разговаривает. Он не может прийти раньше, как сказать, Паро, папа приехал. Нет. Передайте. Паро отвечает, поднимись и похорони отца, сколько я заклял тебя. Холодный деловой ответ без всяких эмоций. А когда папа приезжал, вау, папа приехал, давай, всех сюда, повозки, лучшее место. Какой был энтузиазм? Что изменилось? А очень просто, евреи стали влезать во все стороны, во все дыры. Ему это уже не нравится. После перестройки и после этих лет экономика стабилизировалась, а власть Юсефа и его семьи увеличивается. Это уже никому в Египте не нравится. И чем дальше, тем больше будет не нравиться. И поднялся Юсеф похоронить отца своего, и поднялись с ними все рабы Паро, старейшины дома его, и все старейшины страны Египет. То есть Юсеф едет в Эрец Кнаан, и обратите внимание, что с ним в качестве почетного сопровождения вся египетская элита. Это, конечно, почет. И весь дом Юсефа, и братья его, и дом отца его, только детей своих и мелкий скот свой, и крупный скот свой оставили в стране Гошен.
А вот это деталь настораживает. А почему это они детей и скот оставили в стране Гоши? Ну ладно, скот я понимаю. А детей? Почему детей не взять на похороны дедушки? Совсем маленьких детей. Совсем маленьких детей? А вам не кажется, что это несколько странно, что детей оставляют, когда все идут? Вы говорили, что это заложники. Не то чтобы это заложники, но это вроде бы как бы гарантия такая. Если ты задашь вопрос, в какой главе мы находимся, я тебе не отвечу. И поднялись. Помните, когда просили Моше и Аарон, чтобы пойти из Египта? Что он сказал, по истечению времени? Да, да, да. Все это будет. Все это будет. То есть, да, да, кто пойдет, а скот и дети останутся. Так что мы это можем понять. До этого мы видели почетное сопровождение. А это что такое? И поднялись с ним также колесницы и всадники. И был лагерь тяжелый очень. Оказывается, с ними выходит колоссальный экспедиционный корпус. Огромная армейская группировка, ограниченный контингент, 40-я армия. Вы понимаете, что это такое? А зачем эта армия на похороны идет? Почетный караул? А вам не кажется, что это немножечко конвой? Где кончается почетный караул и где начинается конвой? Это да, помните, Исав говорил, я останусь с тобой и с моих людей. Ну, для почета, для охраны. Говорит, да нет, говорит, не надо, иди, иди. То есть, это вещь подозрительная. Детей в качестве заложников оставляют. И на всякий случай есть здесь колесницы и всадники. Мало того, тяжелый лагерь очень. То есть там были танки, самолеты, авианосцы. Понимаете, это не очень-то согласуется с простой миссией похорон. Ну, похороны, ну, есть какое-то сопровождение, там, я не знаю, несколько джипов там. Но здесь тяжелый корпус, то есть тяжело вооруженная большая армейская группировка. Зачем? Только для того, чтобы намекнуть Йосефу, ты, мол, не балуй. Мы сейчас с вами увидим, что у фараона были далеко идущие геополитические планы. Эгер, эгер, эгер. И пришли Горан Атад, который на той стороне Иордана, и оплакивали там оплакиванием большим и тяжелым очень. И сделал отцу своему траур 7 дней. Вот здесь возникает уж совсем большой вопрос. А что они делают на той стороне Иордана? Вы понимаете, что маршрут какой-то странноватый? Может, там какое-то важное место? Представьте себе, Египет, и вы хотите подняться в Хеврон. Через какие места нужно пройти? Через Газу. Через что? Через по побережью, пройти страну Гошин, пройти пограничные укрепления в районе Шур, пройти место, где сегодня Рафиах, Аза, Бершева, Хеврон. Не, ну не пойди, армии куча была, там же пустыня. Не понял, чем армия может помешать? Ну, по более-менее водным местам. По водным местам. Очень интересно. Как же они пошли по водным местам на восточном берегу Иордана? Какие же там воды такие обильные существуют? А? Иордан, у нас с двух сторон Иордан. Они пошли на восточный берег Иордана и пришли в место, которое называется Горан-Атад. И там устроили вдруг Иакову большое оплакивание. А вам не кажется, что там маршрут немножечко в Жмеринку через Нью-Йорк, я бы сказал? Жмеринку через Нью-Йорк? Ну посмотри, если у вас есть карта. Вон карта, где Жмеринка. Посмотрите, вместо того, чтобы пройти по побережью и потом свернуть к Бершеве и в Хеврон, они поднимаются на восточный берег Иордана. То
они пошли немножечко не туда. То есть они пошли в Иорданию. Они пошли, представьте себе, вместо того, чтобы сегодня из Египта ехать в Израиль, они поехали в Иорданию. Я понимаю, может быть, у них там вождем был Сусанин, но это странно. Не, ну да подумайте. Огромная. Вся египетская верхушка, огромная армейская группировка, Йосеф, все, и все они немножечко, как бы это сказать, ошиблись. Может, у них Google Maps неправильно. Да, они, как пройти библиотеку? Смотрите внимательно на текст. Смотрите внимательно на текст. И оплакивали там оплакиванием большим и тяжелым очень. И там они на восточном берегу Иордана совершенно неожиданно устраивают колоссальный траур. А что это вы устраиваете ему на восточном берегу Иордана? Идите в Хеврон. И сделал отцу своему траур 7 дней. Посмотрите на реакцию кнаанейцев. И увидел житель страны Кнаани, кнаанейцы, которые на том берегу, траур в Горана Аттаде. Кстати, что такое Горан? Горан. А? Что такое Горан? Горан это амбар, это... Нет. Ой. То место, где складывают зерно. Амбар, склад. Да. Нет, здесь какое-то другое слово. Ну, допустим, назовем амбар. Да, хранилище для зерна. А тад – это растение, кустарник. То есть это был некий такой город. Так он назывался. Кананейцы говорят, траур тяжелый – это для Египта. Поэтому назвал имя ему Авель Мицраим, который на той стороне Иордана. Что такое Авель Мицраим? Траур Египта. Обратили внимание, что это перевод на иврит? Видите, еще раз Тора переводит слова. Египтяне не назвали его Авель Мицраим, но смысл названия был траур Египта. То есть, что такое грандиозное они там сделали? Представьте себе, что должно произойти в месте, чтобы переименовали его. Кого-то похоронить. Почему место вдруг переименовывают? Сделать такое, чтобы можно было... Какое событие? Что обычно... Захватить. А? Захватить. Конечно. До этого это было место, как называется, Горан Аттад. А теперь пришли египтяне, расположили там огромный, повторяю, экспедиционный корпус. Так что кнанейцам остается делать? Они переименовали это место, Авель Мицраим. Посмотрите, что дальше. И сделали сыновья ему так, как приказал. То есть, наконец, они там сделали ему, как приказал. А что он приказал? И понесли его сыновья в страну Кнаан. И похоронили его в пещере поля Махпила, которую купил Авраам, поле для владения могильного Ефрона Хити перед лицом Мамре. Кто сопровождает его в Кнаан? Кто? Что написано? Кто? Вы... А? Сыновья его. Только его сыновья. Ну, да. А теперь у меня к вам вопрос. А куда исчезли египтяне? Пошли гулять там, знаете, забухали бежать. Все, они сделали, все вместе. Они свое дело сделали, понимаете? Захватили. То есть цель этой миссии была просто-напросто обосновать крупнейшую военную базу на восточном берегу Иордана. Я вам объясню почему. Потому что египтяне всегда контролировали Кнаан. Вы можете найти остатки египетской комендатуры в Бет-Шеане, на берегу Иордана, и в Яфу. Кнаан они контролировали. А вот восточный берег Иордана... Можно продолжать? Да. Спасибо. А восточный берег Иордана они никогда не контролировали. Это были уже месопотамские цари. И поэтому они решили провернуть интереснейшую вещь. Под видом гуманитарной миссии похорон великого патриарха Яакова они немножечко изменили маршрут. Они зашли туда. А потом Яаков переходит Иордан. Не Яаков, а его сыновья переносят его. Несите, пожалуйста. А все эти бронетанки, самолеты и авианосцы случайно и навсегда остаются на восточном берегу Иордана. И уже и называется эта база Авель Мицраим.
гениально. Гениально. А никто ничего сказать не может. Это похороны. Гуманитарная миссия. Мы его сопровождаем. Если взяли столько войск, они могли всех захватить. Вот они и захватили. Ты думаешь, ты думаешь, что это будет на них теперь кто-то посмеет что-то сказать? Ну, да. Все, восточный берег. Мы забросили туда. Все, если взять, то все племена, они же не жили, все как одно. Конечно, первое. Конечно. Да. Мощнейший. Не понимаете же, Египет супердержава. Все, военная база основана, а Якова хоронить сколько хотите. А почему, если фараон хотел как-то золотую там обосноваться, он не взял какой-нибудь еврей, который знает туда дорогу и... Дорогу он хорошо знает. Но ему нужна причина серьезная, гуманитарная миссия. Кто может сказать что-нибудь? Просто послать самолеты и высадить десант. Агрессия, нехорошо. А мы окажем братскую помощь. Мы обеспечиваем похороны Якова, великого патриарха, все кананейцы его уважают. Все египтяне уважают, все его уважают, мы оказываем такую миссию. Кто-нибудь может что-нибудь сказать. И поэтому вот они теперь прошли туда, а мы перекрываем их с востока, чтобы не было каких-то террористических актов, например. Ну и все. А то, что потом корпус там остался, ну это так-то временный, ограниченный контингент. А? Могилу не расхищали. Умом надо делать, умом. Там другие есть захватчики. Ты думаешь, они одни там? А? Нет, ну вот, ну, как бы, смысл выпендриваться в те времена. Не понял вопроса. Лё, это ты так думаешь? Вот поэтому ты не фараон. Политика — дело тонкое. Надо все обставить. Это как шахматы. Да. И сделали ему сыновья, как приказал им, и понесли его сыновья его, одни понесли, в страну Кнаан, и похоронили его в пещере поля Махпела, которую купил Авраам, поле для владения могильного фона Хити перед лицом Мамре. Обратите внимание, и вернулся Йосеф в Египет, он и брать его, и все поднимавшиеся с ним похоронили отца его после похорона отца. То есть вся египетская, все египетские начальники, конечно, вернулись. Не вернулись только авианосцы. Ну, так это для того, чтобы просто в этом районе не было террористических актов. Мы боремся с терроризмом. Наход? Что я хочу сказать, что вы понимаете, что происходит, когда Израиль в Галуте, даже его же Яакова использует эта держава в своих геополитических целях. Понимаете, использовали Яакова для захвата его же Яакова страны. Кому она обещана, эта страна? Я не знаю, что такое Палестина. Никакого такого понятия не слышал, не знаю, где это. Поэтому... Эрец Кнаан, зачем им нужно было идти с Яковом? Тебе только что объясняли. Не нужна им Эрец Кнаан. Эрец Кнаан и так принадлежит Египту. И мы об этом даже говорили в начале урока. Им нужен восточный берег. А? Да, да. Твои вопросы всегда относятся к началу урока. И приказали к Йосефу сказать. А, теперь что они думают? Они боятся, что то, что Йосеф их не наказал, так это потому, что он пожалел папу. И увидели братья Йосефа, что умер отец их, и сказали, может, возненавидит нас Йосеф, и, возвращая, вернет нам все зло, которое воздали мы ему. И приказали к Йосефу, видите, не сами, а послали, сказать, отец твой приказал перед смертью своей, сказав, так скажите Йосефу, умоляю, прости, пожалуйста, преступлением братьев своих и вину их, потому что зло воздали тебе. А сейчас прости, пожалуйста, преступление рабов Элохим отца твоего, плакал Йосеф, когда говорили ему. Конечно, они это выдумывают. Потому что если бы Яаков такое сказал... Я никого не обижаю, пытаюсь разобраться. Прежде всего, понятно, что эта версия не выдерживает никакой критики, потому что если бы Яаков такое сказал, кому бы он сказал? Йосефу бы сказал. А то он говорит братьям, что они передали Йосефу после его смерти. Яаков не боится Йосефа. Поэтому, понятно, они немножечко
как бы это сказать, перестраховались. Но их можно понять. Как ты говоришь, пикок нефиш. А Йосеф плакал. Почему? Потому что ему было больно, что они так о нем думают. И плакал Йосеф, когда говорили они ему. И пошли брать, вот они сами пришли к нему. И упали перед ним и сказали, вот мы тебе рабами. Обратите внимание, ситуация возвращается к тому моменту, когда у них нашли чашу. Так же тогда они будут твои рабами. Еще раньше, то есть, а? Когда он видел сон. Не, ну когда они ему сказали, что мы тебе рабами. Ну вот, когда они пришли, рабы твои там пришли там за хлебом, все это не говорили. Нет, когда рабы твои пришли за хлебом, это вежливое выражение. Когда они действительно себя хотели, готовы были рабами оставить там. Когда чашу нашли. Да. То есть для них все, что произошло, все, что было после этого, то, что он их пожалел и кормил, и простил, они думают, что все это было только спектаклем ради папы. Что просто папу они не хотели огорчать, он не хотел огорчать. А сейчас папа умер, он их всех поставит. Да. И сказал мне Йосеф, не опасайтесь, разве вместо Илухимия, то есть что я буду вас здесь судить, наказывать? А вы думали обо мне зло, и Элохим засчитал его добром. Ради того, чтобы сделать как день этот оживить тороп многочисленный. То есть, я же вам говорил, когда вы сделали эту тшуву сознательную, то вы должны знать, что на самом деле это было к лучшему. Это хорошо, что вы меня сюда продали с ненавистью. Потому что если бы нет, мы бы все погибли бы от голода. Да, поди знай, что было бы тогда. Просто бы умерли с голоду. Потому что если бы в Египте не было Йосефа, так Египет бы погиб. А сейчас не опасайтесь, я буду содержать вас и детей ваших. И утешал их, и говорил к сердцу их. И поселился Йосеф в Египте, он и дом отца его. И жил Йосеф 110 лет. Обратите внимание, что Йосеф прожил ну совсем мало. То есть, если мы с вами идем по порядку, Авраам 175, Ицхак 180, рекордсмен, Яаков, плохи были годы его жизни, но 147 лет прожил, а вот и Йосеф 110. То есть, даже до 120 знаменитых лет не дожил, минимальных. Да, не минимально. А есть объяснение, мудрецы говорят, что 10 лет ему были сняты за то, что он слышал, как говорили про отца его, раб твой, как я Иуда говорю, ты там отец наш, раб твой, отец, а он молчал. И за то, что он его забальзамировал, когда он не просил. Короче говоря, 10 лет Йосефу были сняты. Здесь явно это подчеркивается. Что интересно, что Йошуа бен Нун, потомок Йосефа, прожил ровно 110 лет и похоронен рядом с ним. И видел Йосеф, а, кстати говоря, как раз сегодня или вчера есть, по-моему, есть обычай, вот как раз в эти дни, не помню, есть обычай ездить на могилу Йошуа бен Нуна. Вот ее объявления. Были автобусы. И напротив Ариэля. Есть арабская деревня Кефель-Харас напротив Ариэля. Почему всех у арабов похоронили? Арабов тогда пришли. Не было, дорогой. Они потом пришли на могилу. И там он похоронен. Есть такая традиция. Насколько это верно, что именно в этом месте. В любом случае, то, что это в этих местах, это 100%, потому что в книге Йошуа это написано. А Йосефа Йошуа похоронил в Шхеме, и это 100% то самое место. И поэтому Йошуа, ну сейчас мы вернемся к отношениям между Йошуа и Йосефом. И видел Йосеф у Ефраима сыновей третьего рода, также сыновья Махира, сына Менаше, были рождены колен Йосефа. Видите, Махир жил при жизни Йосефа. То есть захваты
из страны Башан, помните, который описывается в Торе, что Махир его захватил. Махир жил во времена Йосефа. Это было при жизни Йосефа. И сказал Йосеф братьям своим: «Я умираю». А Элохим, вспоминая, вспомнит вас и поднимет вас из страны этой в страну, о которой клялся Аврааму, Ицхаку и Иакову. Чьи это слова нам напоминает? Это кто так заклинал? Что Ашем? Отец Яков. Отец! Где я умираю, вы меня храните здесь. И заклял Йосеф, заклял, как и отец, сыновей Израиля, сказал: «Вспоминая, вспомнит Элохим вас, не поднимите кости мои отсюда». Переворот! В конце книги Берешит совершается колоссальный переворот, потому что Йосеф понимает и осознает, что его направление по перестройке Египта изнутри абсолютно неправильно и полностью не удалось. Братья были правы, Иуда был прав. Наше место в Эрец Исраэль. Оттуда мы должны влиять своим примером. А перестраивать народы изнутри — вещь неправильная и вредная. Ну, это что он сделал? Он перестроил Египет. Он хотел сделать их хорошими и счастливыми. Они ему сначала сказали спасибо. Но что потом в книге Шмот мы видим, на спасибо уже мало походит. Поэтому это как провал вообще? Да. Да. В этот день Йосеф был на грани провала. Так он же уже не мог уйти из Египта. Его просто не отпустили. А он говорит. Обратите внимание, он говорит. Я... Послушайте эти слова, это очень точные слова, вы не обращаете внимания. А Элохим, вспоминая, вспомнит и поднимет. Он не говорит им: уходите. Они уже не могут уйти сами. Все. То есть он знает, что скоро, когда будет время пророчества. То есть Ашем пошлет, это у них есть традиция. Но сами по своей инициативе они уже не могут выйти. Почему? Потому что, как говорят мудрецы, не может человек сам вытащить себя из ямы. Помните Мюнхгаузена? О, Мюнхгаузен мог, Мюнхгаузен мог вытащить себя. Ручище у меня сильное, а голова-то у меня как крепкая. О, так кто Мюнхгаузен? А для того, чтобы вытащить народ из ямы, из египетского рабства, нужна была какая-то сила извне. И такой силой стал Моше. Потому что Моше сам был не из народа. Он внешний совершенно, вырос там у фараона, выглядит египтянином. И он мог... Это одна из причин, почему освободитель был внешний. Чтобы вытащить их, уже сами по своей инициативе мы выйти не можем. Не говоря уже, помните этот почетный караул? И уже никуда не уйдешь. Но когда Ашем пошлет такого товарища, вы не только уматываете, вы и меня заберите. И меня также похороните, как и папу, там. Понимаете, это не Яаков говорит уже, это Йосеф сам признал ошибочность всего этого пути. А почему у детей, вот, сыновей Яков, ну, внуков уже не так волновало, где они будут похоронены? Не понял вопроса. Вот Йосеф, он, ему важно, чтобы он был в Махпеле похоронен. А вот почему уже его сыновей там и... Так они и так в Эрец Исраэль будут. Кстати, Йосефа никто в пещере Махпела не хоронил. Мне так кажется. И он не претендовал, между прочим. Он говорит: не хороните меня там, в Кнаане. Йосеф похороним в Шхеме, по моим сведениям. Если Йосеф уходит, то чего же им беспокоиться? Если все уходят. Почему Яаков беспокоился, что его похоронят? Потому что он: Йосеф останется здесь, и меня похоронят. Почему Йосеф беспокоился? Что они теперь не смогут уже выйти при всем желании. А уж меня точно оставят здесь. Говорит: нет, ребята, вы и сами уйдете при первой возможности. И меня заберите. То есть Йосеф здесь делает полную тшуву. И обратите внимание, что Йосеф здесь из Йосефа дает начало Машеху бен Йосефу. То есть сам Йосеф, его направление было заход в Египет и ассимиляция. Но когда он делает тшуву, то он дает толчок обратному процессу. И не случайно человеком, лидером, который
завоевывает и возвращает нас в Эрец Исраэль, является потомок Йосефа, Йошуа бен Нун, не зря же вам его назвал. Он проживет ровно 110 лет, и он похоронит Йосефа в Шхеме, в котором возвращается, замыкая круг. Йосеф украден из Шхема и вернется и похоронен в Шхеме, из района Шхема. И умер Йосеф 110 лет, и забальзамировали его, и был положен в саркофаг в Египте. То есть временно. Не стали строить ему пирамиду. А представьте себе, если бы остались, была пирамида Якобса и пирамида Есопса. Да, и все, и мы бы там так и застряли. Иными словами, Йосеф понимает, что наше место здесь. Теперь, каков главный результат книги Берешит? Главный результат книги Берешит, что у нас есть впервые семья, в которой достигается внутренний мир, который называется на иврите как? Как называется мир на иврите? Шалом. То есть, с самого начала книги Берешит, что мы видим между братьями? Попытка убить, попытка продать, попытка... Никак. Пока, наконец, не появилась семья Яакова, в которой была настоящая вражда и спор, и они нашли общий язык. Они выяснили спор, у них были разные мнения, но они нашли между собой общий язык, поняли, что они дополняют друг друга, и все как один. Иуда это понял, а потом и Йосеф понял, что мы все как один и все за одного. Иуда проявил общеизраильскую ответственность, Йосеф проявил общеизраильскую ответственность, не говоря уже обо всех остальных. И таким образом есть уже зародыш человеческого общества, с которым Творец может иметь диалог. Потому что в нем, внутри этого общества, есть какой-то миним, есть какой-то шалом, мир. Впервые в истории человечества. Поэтому здесь заканчивается книга Берешит и начинается книга Шмот, где этот диалог начнется. Есть с кем разговаривать. Появился, наконец-то, коллективный собеседник, несущий его слово человечеству. И умер Йосеф 110 лет, и забальзамировали его, и был положен в саркофаг. Саркофаг в Египте. Хазак, хазак, ганит хазек.